вообще раздетая, здесь такой холод собачий. Вот такая у нас машинка. Должна была быть BMW, но нам дали даже круче Lexus. Сейчас будем ехать в Закопаны. Надеюсь, нас пустят в отеле уже 5 часов, уже больше 5 часов, а нас должны принять там до 10. Холод здесь, конечно, настоящий. На 2 не влезет. Вот такая вот у нас крутая, крутейшая машина. Пофоткай все. Тут столько кнопок, что нужно разбираться целый день. У нас даже есть тут GPS, и мы боялись, что надо будет использовать как-то интернет. Наконец-то мы добрались до нашего отеля. Это вот такая вот вилла. Такая малюсенькая комнатка. Здесь у нас большущая кровать. Ну, как большущая на двоих. Здесь вот так можно поесть. Тут даже чай нам приготовили. Травяной какой-то. Здесь два стульчика. Батарея теплая. Мы вообще так замерзли. Такое огромное окно. И здесь оно открывается. Блин, оно как будто падает, слышишь? Полностью окно не открывается, но вот такой у нас вид из окна, просто на улицу. Здесь, наверное, у нас какой-то балкон. Сейчас посмотрим. А здесь какая-то типа терраса, балкончик. Сейчас вообще темно, ничего не видно. Утром вам все покажу лучше. Такой старинный прям домик какой-то. Главное, что нам есть где спать. Мне кажется, важнее этого больше ничего нет. Чайник, как раз будем чай готовить, телевизор. Здесь вот такая маленькая ванная комната с вот такой кабинкой. Фен. Самое главное — сушить волосы, потому что здесь просто мороз. Туалетная бумага есть. Вот такое большое зеркало, умывальник, туалет. Еще вот здесь есть вот такой свет. Я сейчас выгляжу как мертвый человек, потому что у нас просто было путешествие длиной в 9 часов. Мы летели на самолете 4, и потом ехали с Варшавы до Закопаны 5 часов. Короче, мы целый день в дороге. Вот здесь, кстати, вот такой шкаф. Можно повесить все свои вещи. Какое-то еще теплое одеяло есть. Напоминает мне прям какую-то старую добрую украинскую хатку. Здесь также можно еще разложить какие-то свои вещи дополнительные. Вот такая вот у нас вилла. Не разбуди соседей. Картины, кстати, посмотри, мне кажется, это с Закопаны прям фотографии сделаны, возможно. Смотрите, какой у нас красивый тут вход в нашу виллу. Тут прям такие огонечки красивые. И вот такой веночек. Прям супер атмосферно. Идем по гололеду гулять. Сейчас 12 ночи, мы вышли походить, когда все закрыто. И сегодня, кстати, Рождество. Так что сегодня уже ничего не работает. Мы думаем, что найдем где-нибудь поесть. Доброе утро! Сегодня у нас рождественское утро. Я уже немного преобразилась. Сегодня, наверное, пофоткаемся, потому что, блин, посмотрите, какая красота на улице. Все в снегу, это все намело за ночь. Интересно, как выглядит сейчас наша машина. Вот так у нас сейчас на балконе. Наверное, сейчас минус 3. Кстати, я вам хотела вчера показать наш балкон. Господи, как холодно. Какая красота. Боже мой, это просто сказка. Вчера вообще такого снега не было. Я даже начала переживать, что его вообще не будет. А, вот наша машина, кстати. Нашей машины почти что не видно. Я правда чувствую себя, как будто нахожусь сейчас в зимней сказке. Обалдеть. Здесь такая вообще тишина, вообще не так много людей. Все куда-то сейчас едут, наверное, поесть. Я, наверное, пойду в дом, потому что я сейчас превращусь в сосну. Мы уже собрались на поздний завтрак, сейчас 11 обеда. Сейчас будем искать, где поесть. Точнее, я уже нашла. Какой-то такой ресторан с национальной кухней польской. Мои волосы вообще в шоковом состоянии. Вчера они заледенели вообще на воздухе.
сейчас вот такие вот пушистые. Вчера я разложила уже все наши уходовые средства. Вообще место есть, в принципе, для всего. Вот это единственная батарея, она греет только того, кто находится вот здесь. А так в комнате у нас даже немного прохладно. Один из минусов в этой комнате то, что здесь прям вот аж свистит в ушах от тишины. Потому что вот это окно, например, оно открывается только вот так вот. И на улице все равно тишина. Я не привыкла к такой тишине. Мне нужно, чтобы, не знаю, что-то происходило на улице, машины ездили. Иногда сложно заснуть. Мне вчера было очень сложно заснуть, потому что ложишься и слышишь тишину в ушах. Даже не хочется громко разговаривать. Такое впечатление, что тебя все слышат. Вообще звука никакого здесь нет. Мы живем, кстати, на последнем этаже. И вот такой тут ресепшн. Прям так уютненько. Красиво. Какая у нас сейчас машина? Вообще можно расчистить только лобовое стекло. А, ну и по бокам. Оно еще и во льду. Тут, наверное, сейчас минус 3, как я уже говорила. Вроде ощущается неплохо. Даже не сильно холодно. Но этот снег, это прям просто сказка. Мы сели в заледеневшую машину. Еле-еле хоть что-нибудь убрали. Сейчас включаем все режимы подогрева. Мои волосы все мокрые. Можно было вообще не переживать, как они выглядят. У нас в машине прям морозилка какая-то. Мы стали на платную парковку, и в итоге оказалось, что за нее не нужно платить. Потому что сегодня праздник. Я сэкономил полтора. И выходной, кстати. И завтра тоже выходной. Меньше доллара сэкономил. Молодец. Мы приехали в какой-то центр. Или это улица Крупов, я не знаю. Но здесь уже больше людей скапливается. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Заказали мы себе шашлык свиной. И вот такой вот суп. Суп с рисом томатный. Я не знаю, если я все это съем. Вот здесь такое все из дерева. Смотри, сзади тебя подкова висит. И дрова есть. Радостное лицо. А там, посмотрите. Здесь так тепло. У меня еще тушь не подтекла, я даже не знаю. И вообще многие рестораны работают. Я думала, все будет закрыто в связи с Рождеством, но... Все работает, люди едят, греются. Мы ищем кофе, везде написано горячее вино. Продается, а кофе вообще нигде. Вот я думаю, что там точно есть. А, мне кажется, оно вообще закрыто. Я взяла себе горячий напиток. Господи. Взяли себе горячие напитки согреться. Это горячий шоколад. А себе взяла вот такой чай зимний. Standing up close by the Christmas tree. Glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wander around with you. You and me in the cold. Погодка вышла из-под контроля. Жалко, у тебя шарфика нет. Have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Сейчас вечером опять пришли на центральную улицу. Посмотрите, тут такая большая красивая елка стоит. Центр, смотри, как красиво горит. И вообще немного людей. Днем было очень много людей. О, смотри, здесь можно упасть. Все магазины закрыты. Такие интересные. Открыты только вкусные. Мы зашли вот в такой ресторанчик Годзова Кузня. Здесь даже есть Wi-Fi. Вот такое меню. Написано даже все на английском, если вам что-то непонятно. Заказали себе для начала чай и какое-то там что-то за кофе. Просто что-то там. Я думала, что у меня будет какой-то особый чай. Мне просто принесли обычный черный чай. В принципе, сейчас, в такую холодную погоду, я и этому чаю рада. Заказали себе пироги. Я сначала думала, что это пироги, но забыла, что это на самом деле вареники. Вареники с сыром и с картошкой вроде бы. Ну как,
обычные вареники. Ну, блин, домашние вареники. Домашние вареники. А что надо еще? Надо, чтобы было необычно. А, чтобы не домашние. У нас тут сладкое пошло. Что тут? Орешки, нутелла. Вот такая вафля. Брали вот здесь вот. А я взяла себе сырок какой-то. Я так поняла, здесь это прям популярное какое-то блюдо. Это какой-то джем брусничный вроде бы. Я в жизни не пробовала. И какой-то жареный сыр. Доброе утро. Сегодня второй день Рождества. Сегодня нас встречает просто солнышко. Вся наша машина вообще во льду. Смотри, сколько здесь льда. Смотри, как живописно все выглядит на солнышке. Я думала, здесь будет постоянно темно и снег идти. Но очень классно, что мы попали в такое время, когда поменялась погода. Мы приехали, вообще не было снега, потом был снег, прям метель. Сейчас даже солнце вышло, можно все поснимать. Красивые заснеженные елочки. Сейчас мы поедем позавтракать в одно кафе. Мне показалось оно очень интересное, потому что оно как-то выглядит в традиционном таком польском стиле. Там все такое старинное, красивое, уютное. В общем, я вам покажу. Катались мы где-то полчаса, пока нашли хоть какую-то парковку. Сегодня воскресенье, я не знаю, если это какой-то особенный день. Обычный выходной. Плюс Рождество, но сегодня просто очень много людей, много машин, вообще даже места нет, где стать. Мы сейчас проходим какой-то очень красивый парк, здесь какая-то река, белый Дунай какой-то, да? Да. Такой белоснежный парк, красивый. Зашли в какой-то центр, здесь 4 этажа, мы еле нашли вот Горальский бровар. Сейчас едем сюда. Получили мы вот такое вот меню. Посмотрите, какое оно красивое. Я такого меню еще не встречала. Здесь типа гуралы нарисованы. Здесь вообще на выбор очень много всего. И напитки, и все что угодно. Нам уже принесли напитки. Женя заказала себе колу, а я заказала мультивитаминный сок. Потому что чай, я так поняла, здесь ничего особенного нет, кроме как Эл Грей, витаминчики. У нас такой вид здесь, посмотрите. Вот это все он заказал. Кусок мяса, двойная порция картошки, огромный чизбургер. У меня вот такая вот лапша, я забыла, как она называется, с лососем и с сухими помидорами. Как я их люблю. Наверное, картошку я у тебя украду. Мне вот этой тарелки вполне хватит. А ему нужно две. Мы приехали в неизвестно какое место. Но здесь вот такой вид. Открывается прямо. Зашли мы вот в такой коктейль-бар. Посмотрите, что мы набрали. Это вот такой сникерс, печеньки. Напиток, фрукты, ягоды. Здесь очень атмосферно, прям веночки висят над нами. И никого абсолютно нету. Я снимаю шапку, когда захожу, и у меня на голове какая-то катастрофа. Кстати, у меня тут чай какой-то, типа, зимовый. Какой-то ликер. Даже не знаю. Классно. Сейчас добавлю себе в чаек. Смотри, теперь это зимний чай. Первый раз за все это время я попробовала реально зимний чай. Что? Что смешно? Где? Злый пес? Здесь злой пес живет. А где пес? Замерз?
Я тупильну же. Господар жестче горжи. И что ты знаешь? Жесткий господар какой-то. Жесткий пес. Доброе утро. Сегодня наш последний день в Закопане. Мы направляемся сейчас в центр, чтобы позавтракать. И потом поедем в Татры, в такой национальный парк. Оттуда доберемся как-то на лошадях до озера Морские Око называется. Сегодня проведем весь день в горах. Ну, как весь день, полдня, и потом уже будем ехать обратно в Варшаву. Мы покинули нашу виллу. Было там неплохо. Вот если вы ищете какой-то бюджетный отдых такой, недорогую виллу, то наша вилла вообще была одна из дешевых. Конечно, там было очень так все по-домашнему, не чувствуется, что это отель какой-то там престижный. Но было все, что нужно было, все необходимое. Можно было даже брать завтраки. Мы, конечно, не брали, потому что мы хотели гулять, но такая опция тоже есть. Доскакали мы на лошадях. Здесь такие горы. Нам осталось еще идти 2 километра до Морского Ока. Морские Око. Тут холод нереальный. Здесь красота неописуемая. Очень холодно. Ощущение как минус 30, да? Нет. Ну, я ощущаю как минус 30. Камера, естественно, не передает здесь глубины и высоты вообще. Мы наконец-то дошли. Вот здесь находится Морские Око. Вот так оно выглядит летом. Вот сюда мы скакали на лошадях примерно 45 минут. И еще где-то 25 минут шли пешком. Посмотрите, какая здесь красота. Подожди, мои вещи. Давай сложи, Дима. Она сейчас сломается. Посмотри, что там внизу. Мне кажется, это нельзя сложить. Это диван в виде разложенного дивана. Доброе утро. Сегодня уже вторник. Мы телепортировались в Варшаву. Вчера добирались 5:40. Отдали нашу машину. Теперь придется нам ездить на такси, либо на каком-то общественном транспорте. Очень много смешного вчера произошло. У нас отель 4-звездочный, и мы думали, что мы сюда зайдем и прям будем так шиковать, все будет так круто смотреться. Но на самом деле мы вчера просто так поржали. Вот, например, начнем с вот этой вот карточки, которую мы думали, что это только для того, чтобы зайти в номер. Оказалось, что мы открыли дверь, и мы не поняли, почему не работает свет. Вот эта карточка работает вот так. Вытаскиваешь ее, и нету света. Мы вообще не поняли сначала, как это работает. Я думала, нужно вот так вот прислонить. Получается, вот так вот вставляете, и появляется везде свет. Я не знаю, если это везде в Европе. У нас в Израиле такого абсолютно нет. И здесь у нас прихожая, вот такое большое зеркало. Здесь висят уже наши куртки. Вот такой шкаф здесь деревянный. Все очень выглядит просто, обычно. Ну, не знаю, отель, наверное, не тянет на 4 звезды. Наверное, на 3. Я бы дала даже меньше. Ванная комната — единственное такое более-менее красивое место, которое выглядит подороже. Здесь вот такая вот раковина большая. Я разложила все свои шампуни, все для лица. Здесь еще был в подарок гель для тела и шампунь, и мыло для рук. Мыло для рук только вот в таком вот виде. Здесь, кстати, я тоже вчера посмеялась. Я прочитала, что нельзя использовать фен рядом с феном. Я подумала, что он вообще сначала не работает, потому что здесь есть только 2 кнопки, это менять режим. Насчет фена я тоже не знаю, как в Европе, но для того, чтобы он работал, нужно постоянно вот так вот нажимать на кнопку, но это абсолютно неудобно. Но хоть спасибо на том, что он работает. Что меня радует больше всего, то что у нас есть ванна, естественно, потому что я душевые кабинки ненавижу. У нас уже есть в доме нашем, где мы живем, душевая кабинка. Не наберешь ванну, не покайфуешь, поэтому это большой плюс. Здесь, в принципе, все чисто, все работает. Вот такие 2 лампочки светят, не знаю. Сначала они меня как-то раздражали, слишком ярко светят в лицо, но я уже как-то привыкла.
И здесь есть еще один вот такой свет, прямо над туалетом, дополнительный. Вот здесь сушилка для полотенец. Полотенец у нас достаточно, здесь, наверное, штук 4 таких больших и 3 вот таких для лица. Вот так выглядит наша основная комната, здесь абсолютно нету никакого света. И единственное, где можно включить свет, это только вот здесь, в прихожей. Я заказывала номер с 2 спальней, кроватью и диваном. Вот так выглядит наш диван. Я как-то не поняла, зачем эта раскладушка. Нас всего лишь 2. Мы это собрать не смогли, поэтому не будем просто это трогать. Я уже успела немного разложить наши вещи. Очень хорошо, что у нас есть чайник в комнате. Будем делать чаи. У меня, кстати, свой чай с собой, как обычно. Здесь нам еще дали всякие чаи и сахар. Можно будет попросить, если закончится. Здесь, наверное, накидка на так называемый диван, раскладушка, кровать. Очень много различных этих ящиков. В принципе, нам нечего даже сюда складывать. Стоит телевизор какой-то, мы его еще не использовали. И здесь еще есть холодильник. Если что, мы сможем что-нибудь купить и забрать с собой. Рядом с кроватью у нас стоят вот такие вот 2 тумбочки. И, честно говоря, я боюсь ей пользоваться, потому что она может в любой момент вообще рухнуть. Немножко облуплена. Короче говоря, на 4 звезды отель не очень тянет. И, кстати, вид у нас не очень. По отзывам про отель я читала и видела, что там должен быть совсем другой вид. Также здесь нельзя окно открыть, оно просто открывается вот так. И его нужно, получается, держать. Здесь нигде ничего нельзя закрепить, все закрыто. Если закрыть шторы, то здесь полная абсолютная темнота и никакого света. Кстати, здесь нет никаких батарей, здесь работает кондиционер. Он работает на максимум, но здесь даже прохладно, что меня не очень радует. И сейф здесь, естественно, есть. Я не знаю, если мы будем им пользоваться. Может быть, сюда спрячем мой MacBook и больше ничего. Последствия мороза в Закопане можно увидеть на моем лице. У меня настолько красное лицо, сейчас раздраженное. Я не могу вообще накраситься, нужно как-то дать себе отдохнуть. Потому что у меня прям горит лицо сухое, и на руке у меня тоже что-то сухое. Такой климат необычный для меня, минус 16. Мы приехали с Израиля, там 13 было. Приехали в минус 9, потом было минус 16. И, в общем, температура скачет то вверх, то вниз. Получается, мой организм реагирует не очень хорошо. Также у меня губы вообще сухие. Офигеть как. Так что сегодня у меня такой спа-день без макияжа. И вообще, в Варшаве, я думаю, что придется носить маски намного чаще, потому что в Закопане вообще никто их не носит. Ты там ходишь с шарфиком, вот так вот прикрываешься, чтобы губы не превратились в сиреневые. Больше всего меня удивило, это то, что стоит урна для мусора без пакета. Это прям меня убивает. Как можно в урну не положить пакет? Готовы покорять Варшаву. Мы идем к лифту. О, смотри, как здесь красиво. Сейчас покажем вам наш прикол вчерашний. Как работает вся эта система. Только элитные люди могут ездить на эту комнату. О, здесь даже камера стоит. Ого, как чувствуется. Капец, как летит. Блин, мои уши. Смотри, какая красота тут. 3 елочки красивые стоят. Вот наш громадный отель. Интересно, отсюда видно, где мы находимся вообще? А, мы находимся вообще с другой стороны. Вот отсюда должен был быть вид на вот эту башню красивую. А у нас вид вообще на заднюю сторону получается. Здесь немного снега есть. Закопаны, конечно, намного больше его. А здесь так остатки. Уже в масках гуляем. Пожалуйста, 30% скидка. Безглазый. Кто это вообще? Снеговик? Щелкунчик без одной руки. Классные скидки вообще. Мы пришли в ресторан Стара Каменника. Каменника, короче. Мне уже принесли чай. Такая красивая подача. Сама себе налью. Вот такой чай жасминовый.
Ждем наш заказ. Похоже на шашку прям какую-то. Здесь абсолютно уже никого нет. Стоят пустые столики. А еще нам принесли хлеб с маслом. Сейчас будем пробовать. Первое заказали вот такой вот суп с колбасками, с грибами, с яйцом. Вообще неплохая порция такая. Как домашний супчик. Вообще не домашний. Как будто в лесу приготовили. Мне принесли уже мое блюдо. Это лингвини какой-то с креветками. Я не думала, что тут будет лапша черного цвета. Блюдо такое очень красиво оформлено. Надеюсь, что я наемся. Мы вышли с ресторана, и у меня есть такое заключение. Мы поели где-то на 100 с чем-то. Сколько? 116. 116 злотых. Еда была отстойная. Я сказала себе какой-то лингвини с креветками. Они были безвкусные. Все было настолько острое. Мы в итоге поменялись блюдами. И я ела какой-то стейк, точнее, отбивную, да? Отбивную свинину, которая тоже была не очень вкусная. В общем, как-то так получилось, что мы попали в ресторан, где надеялись на что-то особенное. При том, что цены были невысокие, но еда оказалась настолько отстойной. Я прям очень злюсь. Понравилось? Водка самая вкусная. А, в конце нам еще дали, типа, знаете, вам по две рюмочки водки. Но это не водка, это... Водка, она сказала, водка. Водка по-моему. С чем-то. Водка с чем-то. Коньяк, ликер, короче, какой-то коньяк, коньяк нам дали, мы не заказывали. И говорим им, no drink, и все. Вышло, конечно, смешно. Тут, наверное, все любят выпить, а мы не пьющие. О, блин. Я заказала себе чай. И, походу, мне принесли какой-то чай в виде супа. Сколько здесь? Может быть, это на двоих? Прикол. Это как целый котел. Блин. Тут 800 миллилитров. Прикол в том, что я думала, что вот этот чай, это 0,80 миллилитров, а не 800 миллилитров. Поэтому я не поняла, почему он стоит 16 злотых, а не 9. Блин, мне такая кружка нужна домой. Любителям чая обязательно нужно такую кружку купить. Нам принесли первый вот такой суп с овощами. Здесь еще есть какой-то сыр. Вообще порция, мне кажется, идеальная. Нам принесли уже основные блюда. Такая пицца. И у меня, как обычно, это уже мое любимое блюдо. Лапша с лососем. Кого мы тут заметили? Для нас это вообще необычно видеть уток в такую погоду. Или там что-то еще ищут. А люди все проходят и даже не обращают на них внимания. Кушают какую-то травку замерзлую. Старый центр, старый город. Тут самая главная елка стоит. И мы нашли одну ярмарку рабочую, потому что большинство не должны вообще работать. Мы сейчас шли и нашли вторую по ходу ярмарку. Здесь еще и каток есть. Пока что все закрыто наполовину, но здесь очень атмосферно. Огоньков, наверное, не видно, вечером будет намного красивее. Осталось 6 часов до Нового года. Сейчас я вам покажу, как мы будем праздновать Новый год в нашем отеле. Кстати, мы собрались на Новый год пойти ко Дворцу культуры. Там я прочитала, будет что-то очень красивое, будет такой отчет времени до 22 года. Вообще, я всегда мечтала такое снять. Как в Америке делают большой отчет времени, и потом такие фейерверки, салюты. Сейчас я вам покажу, чем мы запаслись. Если что, я извиняюсь за качество съемки, потому что у нас, как видите, здесь абсолютно ничего нет. Есть только вот эти вот светильники, которые я могу включить, чтобы здесь было как-то поярче. Вот это у нас максимальное освещение, горит абсолютно все. Уже салюты начинают пускать
Жалко, я не могу открыть окно. Очень плохо видно, потому что окно нельзя открыть, к сожалению. Видите, там есть какой-то стадион и надпись. Я точно не понимаю, что. Но второе слово, по-моему, року написано. В общем, с Новым роком. Вот что я хотела вам показать, чем мы запаслись на Новый год. Мы купили спички. Я как раз взяла с собой бенгальские огни. Не знала, что мы будем их зажигать. Хочу сделать очень красивое видео, красивые фотки. Попросили у нас в ресторане внизу вот такой наборчик, чтобы нам было чем есть. У нас тут есть сладенькое, есть булочки, которые мы с утра не доели, в кафешке взяли с собой. Супер новогодний напиток, мультивитаминный сок. У нас тут полный холодильник еды, так сказать. Маффины. У нас есть даже Рафаэлла. Кстати, вот это наш тортик. У нас тут есть сыр камемберт, мой самый любимый. Сыр с плесенью, я его обожаю. Помидорки черри. Селедочка. Как же Новый год без селедки? Вот такой у нас торт желейный с малиной. Я уже полюбила, тут такие кусочки постоянно дают в кафешках. Называется он вроде сырок. И вот наши бенгальские огни. Я думаю, что мы их повтыкаем сюда в тортик и красивенько зажжем все это. У нас, кстати, очень классный вид с нашего 14 этажа. Но я думаю, что мы попробуем подняться как-то на 30-й. И там, вы не представляете, какой вид открывается на всю Варшаву, на все вот эти высокие здания. Осталось где-то 10 минут до Нового года. Мы пришли в самый центр. Сейчас будем ожидать чего-то интересного. Здесь куча народа собралась. Что-то пошло не так. Поднялись на 30 этаж в нашем отеле. Смотрите, как здесь высоко. Вот такой у нас вид. Жалко, окно нельзя открыть, оно немного замацано. Но здесь прям сколько? Здесь примерно 75 метров. На улицу сейчас вообще опасно выходить. Там каждую секунду что-то взрывается и едет скорая помощь. Пришли с нашей прогулки, встретили Новый год в центре Варшавы, было очень красиво. Иллюминация на Дворце культуры была немного слабовата, но все равно было эффектно и красиво. Я уже переоделась в свою новую новогоднюю пижамку. Сейчас будем разрезать наш тортик. Но перед этим я хочу зажечь на нем бенгальские огни и сделать какие-то красивые фоточки. Че он не горит? Да я подушу. Класс! Как обычно, все пошло не по плану абсолютно. Я хотела красиво зажечь 3 бенгальских огня и сделать красивую фотку, но пока я зажгла второй бенгальский огонек, первый уже закончился и, короче говоря, получилось не так, как я хотела. В конце, когда они догорели, я уже собиралась их выкинуть, и у нас так громко запищала пожарная сигнализация, я аж просто офигела. У меня задрожало просто все тело, руки дрожали, я не знала, что делать. Я быстро выкинула в мусор эти бенгальские огни, взяла одежду, начала вот так вот махать для того, чтобы как-то развеять дым, которого в принципе то и не было. Мы так испугались, что сейчас приедут к нам, я не знаю, ворвутся в номер. В общем, получается так, что Новый год мы празднуем в отеле, и у нас тут особо не такая праздничная атмосфера, и поэтому я захотела хоть бенгальские огонечки зажечь, и то не получилось. Буквально через пару минут к нам постучались в дверь и начали спрашивать, что у вас там типа происходит и все такое. Я начала объяснять на своем ломаном английском, я не знала, как будет бенгальский огонь. Я начала объяснять что-то, какая-то палочка, New Year, в общем, я ему как-то объяснила. Сказала, что я все выкинула в мусор и что все ок. Надеюсь, что мы не получим за это штраф, потому что здесь запрещено курить. Хотя мы не курили, у нас даже нету сигарет. Вот так мы встретили Новый год, очень весело. Думаю, запомнится навсегда. Я выгляжу как пудель.
Знаете почему? Потому что на улице прекраснейшая, любимейшая погода. Моросит дождь, высокая влажность, мои волосы сходят с ума. Надеюсь, вы классно провели Новый год. Желаю вам самое главное быть здоровыми, всегда радоваться любым мелочам. И получается, сейчас я уже снимаю новый кадр с нового 2022 года. Не знаю почему, но этот год мне кажется очень красивым таким. Надеюсь, в этом году сбудутся все ваши мечты, пожелания, все, что вы захотите. Завтра, наверное, будем гулять по городу, потому что завтра все закрыто. Может быть, найдем какие-то интересные, красивые места, и я для вас поснимаю. По которой гуляли вчера. Здесь буквально было человека 3-4, а сейчас весь город просто на улице. И мы сейчас направляемся на ту же ярмарку, на которой же были вчера, но там было не слишком празднично, вообще никого не было. Некоторые ларьки вообще не работали, были закрыты. Сейчас, думаю, там абсолютно все работает, и весь народ направляется, наверное, туда. Я одета максимально тепло. На улице 10 градусов, и мое лицо, мой нос вообще красный. Просто очередь за сосисками. Причем цены небольшие. Мы заказали себе вот такую сосиску с огурцом соленым. Еще нам дали кусок хлеба. Такой у нас вид классный, но места вообще нет нигде. Людей полным-полно. Нет места даже стоять. Мы согреваемся чаечком и кофе. Я заказала себе, как обычно, зимний чай. Тут есть лимон, гвоздика. Все, как я люблю. Вот это? Высокую. Высокую? 47? 47. Мы нашли очень классное кафе, где сам себе набираешь вообще все, что хочешь. Потом тебе взвешивают все на весах. Домашняя еда, соки свежевыжатые. То есть, если вы устали от ресторанной еды, то обязательно приходите вот сюда. Кафе называется Марче Марша. Сегодня наш последний вечер в Варшаве. Я уже почти что все собрала. Я где-то 3 дня, наверное, вообще не снимала ничего, потому что все эти 3 дня мы бегали, искали все, что было запланировано купить и найти. Я, конечно, не все купила и нашла. Я думала, что сейчас прям вот перед сном сяду и покажу вам все покупки, но их очень много, поэтому я думаю, что лучше я уже покажу, когда прилечу обратно. Самолет у нас где-то в 5:30 утра. Так что уже где-то часа в 3-3:30 мы должны быть в аэропорту. Как я вам показывала, в списке моих покупок было очень важно приобрести вот такой сыр Камемберт. Я успела взять в каком-то ларечке все, что было, потому что мы не успели в большой супермаркет. И еще взяли себе вот такие булочки на завтрак и фраппучино от Starbucks. Надеюсь, что мы это не забудем утром забрать. Завтра уже, когда буду выглядеть как человек, который поспал и вообще понял, где он находится, сяду нормально, разберу все покупки, я уже хочу вам все показать. Куча классных покупочек и напоминания о Варшаве. Я, честно говоря, сейчас не понимаю вообще, что мы тут делаем, почему у нас такие маленькие комнаты и вообще странная какая-то квартира. Много чего есть показать и рассказать, так что уже встретимся с вами завтра. Сегодня 6 января, и это, наверное, самый длинный влог, который я только когда-либо снимала, потому что я его начинала снимать еще 24 декабря 2021 года, уже 6 января 2022 год. У меня такое впечатление, что я уже месяц снимаю влог и все никак не могу его доснять. Первый город, куда мы приехали, это было Закопане, заснеженный такой город, красивый, как прям зимняя сказка из моей мечты. Первое, что мы взяли, вот такой вот магнитик с Закопане, со всякими горами известными. Вообще очень классно сделано. Единственное, что я купила себе в Закопане, это были рукавички, потому что у меня были перчатки очень холодные. К сожалению, я не думаю, что я их буду носить, они мне тоже как на память. Просто напоминает мне о тех холодах, о минус 16, в которых я ходила, и как-то
как-то выжила. Давайте перейдем к одежде, которую купила уже в Варшаве. Вообще, в основном все покупки были из Варшавы, так как там не было праздника, было все открыто, и мы там были где-то 9 дней. Первое, что вы видите на мне, это то, о чем я мечтала уже очень давно и не могла нигде найти. У нас в Израиле такое вообще не продается, не продавалось никогда. Здесь надпись от Pink. Я купила это в Victoria's Secret, прям магазин моей мечты. Я всегда хотела его посетить и что-нибудь оттуда привезти. Вот так вот выглядит пижамка. Это, кстати, самый маленький размер Extra Small или XP, как оно там было написано. Вот такие вот штанишки. Супер длинные. Очень прям длинные. Следующая из одежды, это самая теплая вещь, которую я приобрела. Вот такая вот белая куртка. Размер 40 европейский. Внутри она вот такая вот тепленькая. А, я не сказала, покупала я ее в магазине Reserved. Я слышала об этом магазине очень много раз. Следующая, это такая casual куртка. Я, как обычно, не могу объяснить, что это за цвет. Наверное, на камеру он все-таки не такой, как в реальности, но мне очень понравился этот оттенок. Магазин C&A, я не знаю, если вы знаете такой магазин. В магазине Zara я купила то, что у нас тоже не продается. Теплый такой пиджак, укороченный. Кстати, вот этот воротник, его можно снять, если он вам мешает. С крупной одеждой я пока закончила. Следующее, что я очень хотела, у нас, конечно, здесь не продается, это такое новогоднее рождественское постельное белье. Покупала я его в магазине Home & You за 128 злотых, а так оно стоит 160. Купила себе свой самый любимый крем для рук от фирмы L'Occitane. Я всегда покупаю именно вот такой вот 20% масла ши. Он прям максимально жирненький, и когда он впитывается, не оставляет ничего липкого жирного на руках, поэтому он мне безумно нравится. Теперь самое главное, это подарок для самой себя. Это вот такая кружка, она эксклюзивная, так что вы не сможете нигде приобрести вот такую красоту. К сожалению, я купила ее на рождественской ярмарке, там была женщина, которая сама вот разрисовывала всю кружку, вот здесь даже ее инициалы. Еще я купила такую милоту на холодильник. Блин, это похоже на рождественскую собаку, хотя это должен быть олень. Это, кстати, магнитик такой. Хотя это выглядит, как будто нужно цеплять куда-то на волосы, либо на одежду. Это была бы не я, если бы я с собой не привезла свечу. И я себе купила вот такую свечу в Bath & Body Works. Это вообще мой самый любимый магазин, потому что когда я туда захожу, я просто летаю в облаках. Я нашла ту свечу, которая мне очень понравилась. Вот такой у нее запах. Шампейн тост. Праздничная такая красивая свеча. Сейчас я вам покажу такую классную вещь. То, что крутило у себя в голове, что примерно такое я должна где-то найти и купить обязательно. И это вот такая вот шкатулка, которую, если открыть, можно увидеть здесь всю вот эту вот конструкцию. Здесь играет Jingle Bells. Ну что может придавать более яркие и теплые воспоминания, чем вот эта вот шкатулка? Кстати, она стоила вообще недешево, но ради такой шкатулки я готова была заплатить вообще любую цену. Она стоила, кстати, 50 злотых. 50 злотых это очень много для такой вот простой шкатулочки. Мы еще купили себе вот такой магнитик с Варшавы, чтобы у нас было. И здесь находится такая копеечка, 1 грош. У нас, кстати, их очень много осталось. Как я вам говорила на предыдущем видео, что я обязательно привезу какое-то украшение на елочку, это уже превратилось в такую традицию. Я купила вот такую вот игрушку в виде снеговика. Он стоил очень дорого для игрушки, но мне он очень понравился. Вот эта маленькая игрушка стоила 35 злотых. Хотя на самом деле она должна была стоить где-то 5 или 10. Я купила себе вот такие вот маски для лица. Вы знаете, я обожаю вообще тканевые маски. Они оказались вообще-то не очень дешевыми, но я подумала, что маска для лица от Sephora, я обязательно должна такие себе накупить. Также там я себе выбрала подарочек на Новый год. Это вот такой вот сет, набор. Готовый такой сет, написать от кого и кому. Первое впечатление, выпала маленькая тушь для ресниц. Вот такая мини-тушь. И здесь милейшие маленькие такие тени от Tarte. Смотрите, какая красота. Здесь прям такие праздничные оттенки. Я пока что не хочу их портить и трогать, так что когда буду краситься в следующий раз, наверное, протестирую. И вообще ее можно брать куда-то с собой, так как она вообще такая малюсенькая, не занимает места. Дальше переходим к сумке, от которой такими ароматами веет. Думаю, вы уже догадались, что это. И это чаечки. Я купила таких чаев. Сколько? 3, 4, 5.
5 штук где-то. Вот такие чаи я понабирала. Я говорила, что у меня одна из важнейших целей, наверное, это купить себе чаи. Это магазин, называется Five O'Clock. Очень красивое у них оформление и пакетики. Также здесь мне прям написали, с чем чай. Я точно не пойму, но я почитала в интернете и так повыбирала себе самые такие хорошие запахи. Также в Bath & Body Works я взяла себе вот такие вот гели для душа. Вот этот запах, я уже как-то его покупала в Кракове. Этот запах уже напоминает мне о том времени, когда мы полетели в Краков. Очень вкусные, сладкие такие запахи. Буду купаться и наслаждаться сладкими ароматами. Купила себе вот такую туалетную водичку от Victoria's Secret. Вот этот запах мне больше всех понравился. Оформление прям супер праздничное. Также осуществила одну мечту. Это купить себе рождественский, новогодний праздничный свитер. Вы не представляете, какая война шла, потому что я, как ни приду, всегда вижу размер extra large, large. Сверху написано распродажа, поэтому все понятно. Я узнавала, если есть смоль, и смоль, конечно же, не было. В итоге я решила купить такой свитер в размере M. Он мне показался не слишком большой, то есть вот как свитер такой оверсайз. Но посмотрите, какой он красивый, какой он праздничный. Именно такой свитер я хотела себе купить. Не могли мы оставить нашего песика без подарочка. И, боже мой, посмотрите на это, это как будто для маленького ребенка. А посмотрите, что сзади. Здесь как будто завернутый подарочек с бантиком. Но милее этого я ничего не встречала. Уже не помню, в каком магазине я взяла вот такие вот праздничные носочки. Вот такие две пары теплых носков. Кстати, мне кажется, что я их взяла в резерв. Вот это прям максимально такие праздничные теплые носки. И еще вот такую вот одну пару. Я еще их не открывала. Накупила себе вот такие белые футболки. Кстати, взяла их в мужском разделе. Также взяла себе вот такую белую футболку от Levi's. Честно говоря, раньше я думала, что вот эти вот надписи, это как-то выглядит не очень. Но сейчас она мне как-то, не знаю, нравится, что ли. В магазине C&D я купила себе еще один вот такой свитер. Он по цвету как та куртка, которую я вам показывала. Мне понравилась, во-первых, ткань. Супер теплая, хотя на нем уже видно все вот эти волоски. Если почитать, то можно увидеть вот такой вот значок. Это значит, что тут переработанный материал. Надеюсь, вам понравилось наше такое зимнее путешествие. Сидим, пересматриваем всякие видео, фотки, слушаем музыку, которая у нас в Лексусе играла. Будем ее скачивать на телефон для того, чтобы слушать, и были какие-то воспоминания. Надеюсь, вы окунулись с нами в эту зимнюю сказочную атмосферу, потому что я была потрясена вообще тем, как было красиво в Закопане, сколько снега. Я, наверное, 24 года вообще не видела снега, не чувствовала. Пишите ваши впечатления об этом сказочном влоге. Я надеюсь, что вы сейчас прекрасно отдыхаете. Хочу вам пожелать самого прекрасного и продуктивного Нового года. И мы уже увидимся с вами в новом видео.